Полузащитник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне выбрал форварда Ливерпуля Мохамеда Салаха лучшим футболистом года в АПЛ. «Я проголосовал за Салаха, не знаю, как выбрать кого-то еще. Харри Кейн, я и Давид Сильва, 4 лучших игрока сезона. Я всегда честен, когда голосую, и я просто выбрал Салаха, потому что он этого заслуживает. Но если другие люди не выберут Мо, я не буду против», цитирует Кевин ESPN. Де Брюйне провел 31 матч в АПЛ 2017-18, забил 7 мячей и оформил 16 ассистов. Салах в 31 матче положил 29 голов и отдал 10 голевых передач. Манчестер Сити и Ливерпуль сыграют между собой в 1/4 Лиги чемпионов. Будь в контакте с